Эвертон с первых минут играет в следующем составе. Сегодня у них классическая модель 4-4-2. Да, это классика футбола. Посмотрим, как она сработает сегодня. Кристал Пэлас первых минут выпустил следующий состав. Висенте Гуайта занял место в воротах. Уилфред Заха с первых минут играет с Джорданом Аю по краям полузащиты. И на острие атаки сегодня только один нападающий. Посмотрим, справится ли он впереди. Работают Георгий Черданцев и Константин Генич. В прямом эфире мы сегодня смотрим одну из интереснейших лиг мира, английскую премьер-лигу. Эвертон сегодня играет против Кристал Пэлас. Очень хороший футбол мы сегодня с вами увидим, поверьте мне на слово. Этот игрок может в одиночку всех пройти и просто никого не заметить. Первый тайм начался. Продолжает идти вперед. Джоэл Уорд. Донни ван де Бек. Ван де Бек. Ришарлисон. Калверт Льюин. Они уверенно идут вперед. Мяч у них. Не получилось перспективную атаку развить. Потеряли они мяч. Хьюз. Можно что-то придумать сейчас. Первый тайм начался. Продолжает идти вперед. Джоэл Уорд. Донни ван де Бек. Ван де Бек. Ришарлисон. Калверт Льюин. Они уверенно идут вперед. Мяч у них. Не получилось перспективную атаку развить. Потеряли они мяч. Хьюз.